Сегодня 30 июля 2019 года. Я хочу показать примерно вот общий план, как выглядит второй ряд еще не собранных томатов в теплице. Ну и расскажу какие-то сорта. Вот это вот замечательный куст черри, сливовая капля. Они должны быть желтыми. Вот сегодня, может быть, будет видно. Они вот начинают желтеть. Томат с антоцианом очень красивый, дает вот такие вот большие грозди томатов. Сажаю первый год. Видимо, пасынки удалять не надо, потому что вот внизу первые пошли. Вот сначала я удалял, потом перестал. Вот видно, начали идти такие вот пасынки, которые цветут и завязывают плоды. Там на заднем плане у меня томат болота. Но вот теплица, он у меня уже второй год, себя чувствует очень плохо. Наверное, стоит его сажать на открытом воздухе. Вот это замечательный томат сорта полосатый шоколад. Я его еще не пробовал, но вот этот здоровый томатина, который мне даже в руку не вместится, а подсунуть я ее туда не могу. Вот. Сегодня я его, два вот этих вот томата, соберу. Пусть дозревают. Вот, соответственно, второй кустик томата. Полосатый шоколад. Вот этот томат нам на рынке продали как лазурный гигант. Это, конечно, не лазурный гигант, но он очень вкусный. Он первый начал зреть в теплице. И вот, соответственно, там на заднем плане второй кустик, который болел. И мы второй ствол с него уже срезали и собрали. Так, дальше у нас идет сорт. Так, сейчас я вот это вот больные листья уберу. Беру, то потом, не дай бог, что там заразит еще мне. Вот это вот масляное сердце красное сорт. Вот первая кисть завязалась. Томаты должны быть очень крупные. Эти еще мелкие, можно сказать, томаты. Вот. Вот вторая кисть, вот достаточно они крупные, завязываются. Пока сформировано как раз две кисти, остальные пока еще не цветут. На заднем плане томат-гостинец, скорее всего, зеленоплодный. Вот, видно, что на нем тоже помидоры висят, завязываются. Так, затем у нас идет сорт юбилейный Тарасенко. Не знаю, с какой стороны показать. Вот такие вот очень мне нравятся такие кисти. Пока он не созревает, он начинает только буреть. Вот, соответственно, он сформировал вторую кисть. Вот рядышком висит третья кисть. И четвертая кисть. Но дальше уже какая-то хиленькая она. Вот. Там за ним сорт Стэнли тоже буду собирать. Они начинают уже буреть. И, возможно, пойдут развиваться остальные томаты. Чтобы они пошли развиваться, наверное, мне есть смысл собирать эти томаты бурыми. Так. И вот сорт. Не могу сказать точно какой, но Медная река, судя по всему. Вот, тоже первый год сажаю, не пробовал. И какой-то томат отвалился. Вот, к сожалению, он заболел фитофторой. Но, к счастью, он отвалился. Заболевший томат, пойду его тоже потом выкину. Вот. Так, затем там, скорее всего, тоже сорт Стэнли. Стэнли много кустов. Здесь сорт Ромовая Баба. Вот он как завязывает. Ну, конечно, там Ромовая Баба у меня в том ряду получше. Но я там уже начал собирать первые томаты. Поэтому вот так получается. Так, вот это розовый спам. Розовый спам тоже первые томаты сегодня буду собирать. Вот их. Они не такие крупные, но их много.
Вот, затем опять юбилейный тростенок у нас идет, но он не такой уже обильный, как прошлый кустик был, но тоже цветов там много цвело у него. Так, там у нас идет, не помню какой сорт, вот, но тоже зеленоплодный. Скорее всего, это малахитовая шкатулка. Вот там один томат созрел, и буду я его собирать. Дальше вот тут идет сокровище инков. Вот, они только-только начинают зреть, завязываться, расти, поэтому эти я трогать не буду, буду собирать потом. Соответственно, здесь опять идет томат гостинец. Ой, надо вот кисти подвязывать. Ой, ломаются. Ломаются кисти. Вот. Много назавязывал. Так. Вот этот томат я не помню, но тоже видно, что на нем... Ой, вот они. Висят. Томаты. И на заднем плане... заднем плане, тут на переднем плане видно, что кладиспориоз начинается, вот он как выглядит, и там на заднем плане томат зеленая копия, вот можно видеть, что он там тоже завязывает томаты, но не на всех кистях они завязываются, но завязываются. На улице пришлось все томаты зеленая копия снимать из-за того, что пошла фитофтора. Вот, кстати, показываю еще один кустик Вольфа Зосси. С него я пока ничего не снимал. Ну, там еще другие томаты. Ой. Видны. Ой, кладиспориозные листья. Надо, конечно, обрывать. Я их обрываю, обрываю. И все равно... Все равно потом они распространяются. Сейчас пойдет похолодание. Я надеюсь, не будет так оно распространяться. Ну ладно, пока на сегодня с обзором второй половины теплицы все. Я начинаю собирать с нее урожай.